Волонтеры «Единой России» поздравляют звенигородских ветеранов, находящихся дома на самоизоляции, с юбилеями. За время работы волонтерского центра, открывшегося на базе Одинцовского местного отделения партии, звенигородские добровольцы навестили уже более 20 ветеранов. Помимо этой акции, единороссы оказывают адресную помощь всем гражданам, которым необходимо доставить лекарства или товары первой необходимости. Подать такую заявку можно по телефону